Какой иностранный язык следует учить? Ну, скорее всего, сейчас эра такая, что необходим английский язык, поэтому в первую очередь, наверное, английский, а в дальнейшем, мне кажется, зависит от того, какой язык больше тебе ближе, потому что я, например, обожаю французский язык, и я учу его, и это очень интересно, поэтому, наверное, зависит от твоих интересов. На первом месте я ставлю английский, потому что куда-то поехать, все по-английски разговаривают. Вообще-то я знаю, говорю по-русски, по-английски, испански и немножко итальянски. Мне это очень помогает. Я много путешествую. Чем на много языках говоришь, тем лучше, да? Ну, не знаю. Для нас, для грузинов, важнее все русский и английский, потому что все наши соседи по-русски говорят. Это бывший союз, да? 15 стран говорят по-русски. Грузины должны знать русский язык. Я думаю, что следует учить русский язык, потому что в Грузии очень много русских. Русских, еще русского народа здесь очень много. Еще следует учить английский язык, потому что английский язык – это национальный язык, и, наверное, нужно учить его, потому что тут очень много туристов, вы видите, на улицах их. И поэтому следует учить русский и английский язык. Какой иностранный язык следует учить? Русский и английский. Первый раз русский, потому что это очень большая страна. Россия имеет связи во многих странах. Надо знать этот язык очень хорошо. И надо в школах и обучение русского языка начать от 3 или 4 класса. Чем По моему мнению, сегодня важно знать английский язык, если хочешь быть максимально информированным и понять, что происходит в стране, а также если ты хочешь знать, что происходит в научной сфере, для этого просто обязательно учить английский. Это не только язык общения, но и источник информации. По-другому просто не представляю, как бы существовал современный мир. Это основной язык, который я выучила намного позднее школы, потому что поняла, что его надо знать. Ну, наверное, английский самый первый. Потом русский обязательно. Потому что мы все таки в России живем, мы жили всегда в России сколько веков. Они есть наши друзья, наши братья, старшие братья. А Грузия, конечно, в первую очередь грузинский, это само собой русский и английский. Я владею русским и английским языками. Я считаю, что эти языки обязательно надо учить, так как большая часть населения мира разговаривает на этих языках. В плане получения образования, по моему мнению, за рубежом уровень обучения лучше и полезнее. А для этого надо знать языки. Да и в общем, для развития человека, его деятельности, учебы, образования, да и повседневной жизни обязательно владеть языками. Чем больше языков ты знаешь, тем лучше. Ну, начнем с того, что, как вы слышите, я знаю русский, и я его как бы не учила. Это был в свое время вторым языком. Что касается, какой язык надо учить сегодня, чем больше, тем лучше. Естественно, надо знать английский, конечно, надо знать и русский. Так как у нас очень сильный сосед Турция, то я думаю, что, может быть, и турецкий надо бы знать нам, чтобы лучше понимать соседей. И вообще, чем больше языков знает человек, тем лучше. Мне кажется, нужно учить тот язык, который ты хочешь учить. Конечно, ни для кого не секрет, что самый востребованный язык на данный момент английский. Но если ты хочешь учить другой язык, конечно, ты его должен учить. Нет какого-то закона, что вот этот нужно, а этот нет. Мне так кажется.